Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашей социальной сети Endless Streams, что в переводе означает «бесконечные потоки». Сейчас мы находимся возле сладкой продукции, и вам будет представлена она. Здравствуйте, меня зовут Наталья Пугаева. Приехала я из Кривого Рога и представляю продукцию своей домашней кондитерской. В частности, это сладости нашего производства, только из продукта высокого качества, и медово-имбирные пряники расписные, которые разработаны лично мной. Это тесто отрабатывалось в течение полугода для того, чтобы результат меня удовлетворил. В этом году решила попробовать приехать, привезти свои изделия на Сорочинский ярмарок. Пока очень, конечно, довольна. Реакция людей вообще приводит в восторг, поэтому очень довольна. Ну, каждый хочет себе подарок взять. Да, детям, кто-то на подарок, поскольку, ну, находясь у себя в городе, точно так же мы делаем рассылку в разные города Украины. Люди приобретают продукцию на подарки за границу. Достаточно широко уже становимся известными среди ценителей такого искусства, что действительно не может не радовать. Поэтому очень приятно то, что несет визуально, это одно, но это еще и вкусовые качества, поэтому работаем только на высокий уровень и стремимся к лучшему. Можно что-то на заказ сделать, надпись конечно, написать, да? Конечно, все что угодно. Мы воплощаем любые пожелания. Даже зачастую люди, которые заказывают на подарки, достаточно сказать только, чем человек, которому будет адресовываться подарок. Я это все придумаю, воплощу. Вот. Еще никогда никто не жаловался. Абсолютно разные. И шкатулки к рождественским праздникам. То, что ценится во всем мире, действительно эксклюзивная работа, ручная работа. Это не штамповка, поэтому, конечно же, физически руками это все одним сделать нереально. Мы вдвоем с дочерью это работаем, поэтому все это не в тех количествах масштабных, как это работает предприятие, которое работает на смесях и так далее. Здесь же все только продукты натурального качества. Высокого. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное.